источник этого поджига мороза. Рассмотрев постановление исследователя Мазурка, будет предоставлено на устранение должности. Мазины подозреваемые в совершении преступления предусмотрено статьей 285, часть 2 КРФ постановил. Содержание ходатайства следователя видно, что обоснование временного устранения должности является то, что постановление следователя Мазин может использовать свое служебное положение и оказать давление на свидетелей, являющихся ее подчиненными вскрытием, уничтожить руководящее значение по делу. Выслушав следователей прокурора, поддерживающих ходатайство, подозреваемых защитников, возражающих против удовлетворения ходатайства, проверив представленный материал, получил ходатайство следователя не обоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. С 30.01.2020 по 31.03.2020 Мади находится в отпуске, а потому в настоящее время не обладает властным полномочиями отношения свидетелей, не имеет доступа к служебным документам. Кроме того, следственным образом уже произведено изъятие документов, имеющих значение для данного дела, заявитель на желание сокрытия или уничтожить каких-либо документов, Мазина имел возможность сделать это на протяжении достаточно длительного периода времени. С учетом изложенного, принимая внимание то, что на настоящий момент в отношении Мазина не является обвинением в совершении преступления, не усматривает необходимости во временном отстранении ее от должности. На основании изложенного руководства статьи 114 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации постановлено указать удовлетворение ходатайства следователя по освобождению дела на дело последнего освобожденного дела в связи с Карьевой Саратовской области Мазурка о временном отстранении от должности министра здравоохранения Саратовской области Мазина Натальи Васильевны.